На протяжении длительного времени инспекторами по делам несовершеннолетних Министерства внутренних дел России по городу Хасавюрт совместно с работниками администрации, молодежным движением «Я помощник президента» проводятся рейдовые мероприятия по пресечению нарушений в сфере торговли табачными изделиями. На территории рынка «Руслан», расположенного по улице Чкалова, были обнаружены 50 упаковок табачного изделия на свай, которые реализовывались в нарушение запретов в сфере торговли табачной продукцией и табачными изделиями. По словам юрисконсульта городского отдела полиции Майи Ахмедовой, согласно статье 14.53 части 2 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, несоблюдение ограничений и нарушений запретов в сфере торговли табачными изделиями влечет наложение административного штрафа. Оптовая и розничная продажа на свае влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 2000 рублей до 4000 рублей, на должностных лиц от 7000 до 12000 рублей, на юридических лиц от 40000 до 60000 рублей. Помимо выявления нарушений продажи табачных изделий, в рамках проводимой операции «Дети России» сотрудниками ПДН, участковыми уполномоченными и специальной огневой группой после 22 часов ночи были проверены объекты и места массового пребывания молодежи. На территории города Хасавюрта были проверены следующие объекты и места массового пребывания молодежи. Это железнодорожный вокзал, расположенный по улице Привокзальная города Хасавюрт, автовокзал, расположенный по улице Махачкалинское шоссе, компьютерные залы, находящиеся на территории города, парки Ялова, Фэмили, Центральный парк и Чайхана. В ходе проверки были выявлены и доставлены в отдел 13 несовершеннолетних. В отношении родителей троих доставленных были составлены протоколы об административных правонарушениях Российской Федерации за неисполнение или ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по воспитанию своих несовершеннолетних детей. Зарема Хайбулаева, Самат Гакаев, Тагиб Магомеднабиев, информационная программа «Пульс».